знаменитым дуэтом школы Кинко Шикано Тоне «Отдаленный зов оленя». Мы хотели бы вам представить два новых инструмента из нашей коллекции. И вторая наша флейта – это совершенно уникальный инструмент, поскольку она фактически была воссоздана из, ну, можно сказать, незвучащего куска бамбука Светланы Хикари сам. И получился вот такой вот классический инструмент, на котором превосходно звучит любая музыка сикухати, вот, начиная от медитативных хонкёку, кончая с современными пьесами, пьесами миньё. Нужно сказать, что канал был выстроен, причем за образец был взят канал, отлитый в сикухати-ю, который является отливкой знаменитой флейты Джунсуке Кавасы второго. Ну, 40 лет назад, я думаю, хотя, может быть, да, это второго, скорее всего. Вот, то есть, такой вот один из великих инструментов великого мастера. И здесь вот, причем вот основная часть канала, конечно, была именно воссоздана, но вы можете заметить, помимо всего прочего, какая замечательная форма у этого инструмента, и как раз именно из-за этого никто из других мастеров не брался, или, по крайней мере, не мог ничего с этой флейтой сделать, именно потому что такой канал очень сложен для обработки, но зато вот именно такая форма очень ценится, я думаю, что она сразу в 10 раз, ну, если можно так сказать, прибавляет стоимость сикухати. Это вот, но это не просто такой вот как бы такая вот такое вот эстетство мира сикухати. Дело в том, что инструмент такой формы, он, во-первых, очень хорошо прозвучивает зал, именно из-за того, что именно из-за того, как он подает звук. И он очень удобен для игры. Вот этот эскип, который затрагивает не только комель, но и часть, где расположены игровые отверстия, он очень удобен для рук, особенно при игре звуков мэри. Инструмент из такого очень плотного бамбука, то есть можно дать гарантию, что он не растрескается, он очень удобен, прочен. Вот. Ну и вот я попрошу Александра продемонстрировать некоторые продемонстрировать вот пример звучания этого инструмента. Вот, например, как пьеса Хонкёку, это будет пьеса школы Кинко Хифуми. Да, я небольшой отрывок сыграю и покажу, как мастер Хикари-сан дала новый голос, новую жизнь, можно сказать, этой замечательному инструменту.
это у этой флейты замечательная опора звука, особенно это слышно на звуке ро. А как звучит на такой флейте более современная, более такая игривая музыка, я сейчас продемонстрирую. Это был небольшой кусочек из пьесы Мияму Хигураси, цикады «В глубине гор» школы Адзумарю. А как звучит музыка Миньо на этой замечательной флейте, я тоже сейчас демонстрирую небольшой кусочек. Ну, можно еще в заключение сказать, что оба этих инструмента обладают всеми качествами, которыми должна обладать именно классическая сякухати. Ну и сверх этого, это действительно инструменты с высочайшего класса и с очень индивидуальным голосом, причем вот
мы когда на них играли, можно было заметить, что у каждого исполнителя получается свой звук, и инструмент очень чутко откликается на индивидуальность каждого, кто на нем играет, ну, кто на них играет. Рады будем вам их рекомендовать.